Всем здравствуйте! Сегодня в нашей рубрике «Читаем дома» хочу рассказать вам о книге Джорджа Моэс «Корабль невест». Эта книга не новая, вышла она в 2014 году. Ну, про автора наверняка вы все слышали. У нее есть такие книги, как «До встречи с тобой», которая была экранизирована, «После тебя», это продолжение этой книги, «Вилла Аркадия», «Девушка, которую ты покинул» и многие другие книги. Непосредственно об этой книге. 1946 год. Военный авианосец «Виктория» отправляется в шестинедельный круиз из Австралии в Англию. Но на борту этого авианосца не моряки, не военные, а жены иностранных военных, которые отправляются к своим мужьям после войны. Каждая из этих девушек мечтает встретиться наконец-то со своим любимым, со своим мужем. Каждая из них мечтает и видит, как она в белом красивом платье будет спускаться по трапу красивого огромного корабля и упадет в объятия к своему любимому. Но фантазиям девушек не суждено было сбыться. За неимением пассажирского корабля для девушек предоставляет Великобритания вот такой старый авианосец «Виктория», который и назовут «Кораблем невест». Девушкам предстоит плыть целых 6 недель на этом корабле, что становится для них настоящим испытанием, проверкой на прочность и на верность. Каждая из них боится получить от своего любимого телеграмму со словами «не жду, не приезжай». Эта книга как раз о 4 девушках, которые плывут в одной каюте. Милая деревенская девушка Маргарет, заносчивая аристократка Эвис, легкомысленная молодая девушка Джин и молчаливая медсестра Фрэнсис. Все эти девушки разные, с разной судьбой, с разным багажом за плечами, но каждая из них по-своему вызывает симпатию. И объединяет их эта единственная цель, они едут к своим любимым, наконец-то хотят встретиться со своими мужьями.